Снова всех приветствую, друзья. Закончил вот такой клинок в Акидзаси в технологии, исполненной Санмай, то есть трехслойка. Обкладки из нержавеющей стали 40Х13. Центр выполнен из легированной стали углеродистой ХВГ с твердостью 60-61 единица по шкале Роквелла. И между ними тонкая прослойка листового никеля. Длина клинка 330 мм от плечиков до кончика. Ширина 30 мм и в районе кисаки 22 мм. Ну, толщина в районе кисаки 4 мм по обуху и 6 мм. Длина хвостовика на кагу идет 130 мм. Насечка прямая. Шлифовка до тысячного зерна абразива. Такой клиночек.